28-летняя Ксения Собчак заявила об изменах мужа 37-летней Ксении Бородиной. 39-летний Курбан Омаров удивился, что его личная жизнь так и интересует телезвезду. Собчак в беседе с создателем «Дома-2» Валерием Комиссаровым выразила удивление, почему именно Ольга Бузова стала настолько популярной, а не Бородина. У нее тоже сложная личная жизнь, муж изменял, потом вернулся. Она его простила, недоумевала Ксения. Этот комментарий обидел Курбана. Он уверен, что журналистка не имеет права обвинять его в изменах. Кто вы, профессиональный журналист, дающий достоверную информацию, или как назвал вас в лицо сам же ваш собеседник, господин Комиссаров, клоунесса из огня да в полымя? Написал Омаров в Инстаграм. Он подчеркнул, что Ксения всегда может лично созвониться с его женой и расспросить ее о происходящем в семье. Скажите тогда, чем вы отличаетесь от бабки на лавке, муссирующей сплетни? Если ничем, и это вас не смущает, так и скажите, я просто по природе люблю щелкать языком, сотрясая воздух. Едко выразился муж ведущей реалити-шоу. Омаров отметил, что, видимо, в стране настолько мало новостей, что теледиве приходится проводить запоздалую ревизию у него в штанах. В завершение своего поста Курбан пожелал Ксении счастья в браке и успехов в работе. Надеюсь, вам больше не придется искать хайп-темы в устаревших заголовках желтой прессы. Тем более сейчас так много актуальных и свежих тем, резюмировал бизнесмен. Недавно Ольга Бузова показала на видео страстный поцелуй Собчак и Богомолова. Ксения призвала в разгар эпидемии коронавируса спасать сильных людей. Муж звезды пожаловался на ее поведение в постели.